отважная, сильная и смелая. Она не боится работать в зоне боевых действий, считает, что в журналистике нет пола, расы и национальности. Главная задача журналиста – искать правду. Правда в войне, то, что на войне в ноль как бы теряется цена человеческой жизни. Человеческая жизнь не стоит ничего, просто вообще ничего. Мы стояли, и мой коллега подписывался там, Олег Бондарев, BBC, Крым. И вот только он дочитал, как бы в кадр влетел кулак, который отправил Олега Макдау. Ее непосредственность, жизнерадостность и любовь к своему делу притягивала зрителей с каждой минутой все больше и больше. Мастер-класс для студентов Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета провела Ольга Ившина, корреспондент Всемирной службы BBC. Не все, что мы делаем, не все, о чем мы рассказываем, нравится властям. Для нас главное правило, чтобы материал был сбалансирован, чтобы были представлены все точки зрения. Она когда-то сама, как сидящий в зале, была студенткой Казанского университета, окончила факультет международных отношений и политологии. Я начинала как пишущий журналист, потом и фотографировала, потом ушла на телевидение. В BBC все это очень пригодилось. Требует уметь все. То есть научились снимать, монтировать, ставить, пользоваться спутниковым телефоном, ставить спутниковую тарелку, выходить в прямой эфир с нее. Ольга Ившина освещала события на Майдане в Киеве, референдум в Крыму, вооруженный конфликт на Донбассе. Была в самых горячих точках мира, но при этом ни разу не пожалела, что когда-то выбрала журналистику. Много было проблем, много было сложностей, и, не знаю, угрозы для жизни были, и какие-то совершенно безумные сценарии. Не, ни разу не пожалела. Иногда думаю, что, наверное, может быть, пора заканчивать, но о пройденном пути никогда не жалела. Встреча получилась очень интересной и насыщенной. Студенты задавали различные вопросы о работе в горячих точках, о жизненных трудностях и семье. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.